Новости на канале НТР, в студии Алсу Юматова. Здравствуйте. В этом выпуске: два нижнекамца погибли в ДТП, и мусульмане собираются в хадж. Серьезное ДТП произошло в Заинском районе недалеко от деревни Верхние Челны. Как сообщают очевидцы, по каким-то причинам автомобиль Kia Rio вылетел в кювет и перевернулся. По имеющимся данным, два человека от полученных травм скончались на месте происшествия. Оба нижнекамцы. Еще один был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются. За рулем находился 21-летний парень. Отметим, что подобное ДТП с участием Kia Rio примерно на этом же участке дороги произошло 2 месяца назад. Тогда также погибли 2 человека. Нижнекамская городская прокуратура провела проверки соблюдения законодательства о противодействии терроризму в местах массового пребывания людей. Было установлено, что во многих крупных торговых центрах не проведены организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности. В некоторых случаях в ненадлежащем состоянии находятся системы видеонаблюдения, сигнализации и необучен персонал. По итогам проверки прокуратура вынесла в адрес руководителей торговых объектов представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Выявленные нарушения уже устраняются. Мусульмане Нижнекамска готовятся к хаджу. Прихожане Красноключинской мечети проходят специальные учебные курсы, на которых узнают, какие именно действия нужно совершать, а также правила поведения во время хаджа. Возраст желающих отправиться в далекий путь от 20 до 70 лет. Первая группа отправится в хадж уже 20 августа. Хадж – это паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестности в определенное время. Каждый мусульманин должен его совершить хотя бы раз в жизни. Сегодня в Нижнекамске прошло 2 важных мероприятия. Журналистам рассказали о том, как будет организовано движение 20 августа в день празднования юбилея города. И в этот же день в городе стартует 6-й молодежный кубок мира по хоккею. Как это будет, мы расскажем в итоговом выпуске новостей. Следите за новостями. О погоде. В Нижнекамск вернулась жара, будет до 30 градусов. Звоните и рассказывайте, что происходит в вашей жизни по номеру 400770 или пишите нам на сайт ntr-24.ru. Не прощаюсь, увидимся на канале НТР.